конференции главного тренера футбольного клуба «Страдино» Загидуллина Сергея Рафхатовича. Ваши комментарии, Сергей Рафхатович. Ну, хотелось бы поздравить прежде всего команду нашу с победой. Вот. Нам кажется, что игра была достаточно интересная, с обилием опасных моментов, что в одних, других ворот. Вот. И, наверное, ключевое, наверное, во втором тайме игра шла до гола. Почему? Потому что забей одна из команд гол, я думаю, что та команда бы и победила бы. Если бы мы забили, мы бы, наверное, бы упрочили. Если бы забил соперник, ну, было бы очень тяжело сдержать натиск, который был. В двух словах. Сергей, не считаете эту игру как матч упущенных возможностей? Ну, я же сказал, что было очень много моментов, что у одной, что у другой стороны. Ну, у вашей команды, помните. Ну, насколько наиграли, будем говорить. Mm-hmm. Значит, наиграли сегодня ровно на гол. Понятно. А задача, которая на сезон урока? У нас одна задача из года в год – подготовка футболистов. Сергей Рафатович, вопрос такой. А то, что ребята в зоне атаки, в группе атаки менялись флангами, какие-то запутывающие действия делают, это отрабатывалось? Либо нет, это их импровизация по ходу игры, они сами делают. То есть у нас нет там четкой позиции, если мы говорим про фланговых футболистов, что слева, что справа, по ходу игры они у нас меняются, мы только это поощрили. В этой игре за креатив отвечал Агалаков. Довольны действиями? Ну, команда победила, значит, все хорошо, но есть куда стремиться. То, что в первом тайме вышел такой фактурный форвард Костюков, и во втором тайме был заменен на быстрого такого Коноплина, это тоже была задумка? Это все следствие вытекающей игры. То есть Степа вышел, сделал большой объем работы, и мы ждали, что Сашка усилит и там, за счет своей быстроты сможет забить мяч. Ну, к сожалению, сегодня не получилось, но самое главное, что они большой вклад несли, как и все остальные, в победу. Минимум замен объяснялось тем, что игра была сложная, ребятам сложно было войти бы? Абсолютно верно, да. И последний вопрос от меня. Передери, да, защитник, опять вышел в центр поля, опять же, какие рассуждения к этому привели? Ну, на сегодняшний день у нас в строю из фланговых полузащитников только два человека. Это Агалак, это Ларион. Поэтому необходима вынужденная замена, мы используем его в этой позиции. Еще один последний. Ларионов первый раз вышел в стартовом составе после длительной паузы. Он хорошо выходил на замену, в молодежном составе хорошо играл. Вот сегодня он все задачи, которые перед ним поставлены, выполнил. Да, я еще раз повторюсь, большой объем работы ребята сделали, выделять никого не хочется, но ту работу, которую Сашка провел на поле, ну, она достойна уважения. Все, вопросов нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.